Всем привет! С вами Джон Кобра! И в сегодняшнем ролике мы продолжим проходить Retail Tycoon 2. И как вы помните, в предыдущем ролике мы купили вот этот вот прекрасненький грузовик за 60 тысяч. Не успело пройти много времени, как у нас снова 50 тысяч. А знаете, что это означает? Что наши вложения именно вот в эти все штуки, они окупают себя. И это прекрасно. Но я не понимаю, почему у меня вот этот вот quiet size понижается. Я не знаю, что это. Я не помню, что это. Этого вроде бы раньше не было. У меня все чисто, все сделано, все нормально. Quiet size — это типа размеры моего магазина. Типа, людям не нравится, что он такой маленький, тесный, либо что это. Люди, напишите обязательно об этом в комментариях, потому что, ну, его то много, то его то мало. Вот что это, господи, ну, одной звездочки не хватает до 5. Это было бы прекрасно. Ну ладно, не важно, там всего лишь за 5 звезд дают ачивку, 4,9, тоже ничего. Давайте лучше сейчас сядем в наш грузовик и отправимся. Нет, не ислам принимать, хотя это тоже можно сделать, но отправимся доставлять товары. Потому что товары нам нужны, если их не будет, то продавать нам будет нечего. Ну, типа припарковались, да? Никак не могу привыкнуть к этому грузовику. Все, едем сюда. Сейчас самое время воспользоваться почтой России. Ну, главное не врезаться. Ох, ладно, аккуратненько. Уху! Мне так нравится, как летит этот грузовик. Он прям так качает его. Он как будто, я не знаю, это шашлык какой-то летающий. Летающий шашлык. Да, прям под музыку вообще. Прекрасно, почта России, блин. Знаете, я сейчас смотрел сверху на то, как выглядит наш магазин. Знаете, что мне показалось? Что это какая-то секретная военная база, которая сверху специально покрыта землей по одной простой причине, чтобы враги не увидели. Ну ладно. Кстати, оружие мы пока что здесь не продаем и, скорее всего, продавать не будем, потому что за оружие надо платить робоксы. А чё, ради каких-то танков и людей каких-то в магазинах, мы разве будем это все платить? Конечно же нет. Так. Всё, аккуратненько здесь подъезжаем, кое-как паркуемся, и вон туда вот все товары. Ну, типа красиво, да? Типа хорошо. Мило. Так, ладно. Сегодня вообще я хотел расширять наш магазин. Именно ассортимент нашего магазина. Я вот здесь уже произвожу вот такие вот прикольные штуки. Там телефоны, ноутбуки, планшеты. Параллельно с вот этими всеми штуками. Теперь, как только это все доставилось, я думаю, мы можем продолжить эту фигню. На первом этаже у нас теперь все нормально. Мы вроде решили проблемы с загруженностью. Да, смотрите, все, думаю, вот это вот, как здесь у нас все есть. Наверное, мы вот так все оставим, ничего менять не будем. Потому что выглядит здесь все очень-очень прекрасно. Я даже вот здесь уже открыл новые территории. Возможно, потом в будущем мы здесь что-нибудь будем строить. Так, люди что-то ничего не покупают. Что-то долго покупают, не понимаю, что-то неактивные люди какие-то. Вот на втором этаже тут тоже чели какие-то бегают, тоже что-то делают. Но нет, это немного не то, чем мы сегодня будем заниматься. С людьми мы сегодня не занимаемся. Сегодня мы занимаемся с полками. Во-первых, давайте подумаем, что же из вещей мы можем производить. Я вот здесь видел Tools in Equipment. Почему бы не попроизводить что-то в этом роде? Мы вот это вот уже производим, а вот почему бы ларч не производить? Small дрели мы производим вроде бы, да? Не помню, мы их производим или нет? Мы их производим или нет? Не понимаю. У нас вроде бы только один эквипмент и все. Еще вот здесь палки есть. И все. Да, так и есть. Мы еще даже дрели не производим? Да, конечно, нормально, мы их можем производить. Понимаю. Ну, ладненько. Тогда это, получается, самое время немного менять нашу расстановочку здесь. Так, вот здесь у нас два таких ряда находятся. Я думаю, их лучше вертикально поставить. Но для этого нам придется вот так вот переставить мусорочки. Одну сюда мы переставим, вторую сюда. И начнем нашу работу. Вот так вот. Будем вот здесь вот так вот все переставлять. Так. В эту сторону переставляем, здесь переставляем,
Так. Эти полочки давайте временно разместим здесь. Что-то не понимаю, у нас почему-то пустуют полки. Хотя, по идее, мы... А, во, все, идут люди раскладывать товары, идут раскладывать. Просто мы же работников новых не нанимали. Понятное дело, из-за этого у нас теперь проблемы. Вот так вот. Давайте вот здесь удалим, чтобы нам не мешало. И теперь переставим. Ой, туман начинается. Надеюсь, что ничего страшного в этом нет и не будет. Так, вот эту мы мусорку перестанем сюда. Дальше вот это вот снаряжение, оборудование. Мы его переставим вот так вот. Вот так вот. И вот здесь вот эти вот три ряда мы оставим. Вот так вот еще закончим. И теперь вот с этой стороны, вот здесь мы тоже еще один ряд построим. Вот так. И вот так. Блин, я надеюсь, что мне там хорошо, вместе со мной ничего не произойдет, из-за того, что я там стою. Вот так вот, готово. Идем далее. Сначала подумаем, вот эту вот штуку мы можем производить. Для этого нам нужны тоже эти полочки. Хорошо, три штуки. Как раз три штуки вот здесь мы можем поставить. Хорошо. Заказ принят. Вот так. И тут мы ставим дрели. Очень много вещей, кстати, сейчас появилось. Конечно же, это прекрасно. Small equipment был. Вот этих штук у нас не было. Сейчас еще раз на первом этаже посмотрим, точно нету. Да, точно нет, у нас только тут кухонные принадлежности. Наверное, эти штуки добавили в игру, ну, пока вот Джункобра не снимал ничего. А, ну еще вот эту штуку мы можем тоже поставить, как Garden Tools. Готово. И теперь вот это и вот это. Прекрасные, мне кажется. Еще Large Door Equipment тоже можно было бы это все сделать. Инструменты пока что мы не будем производить. Здесь у нас будет такой отсек именно с вот этими всеми вещами такими. Ну, сьюткейсы, карбэттери. Нет, ну, что-то вот карбэттери вот тут не смотрится немного с игрушками детскими и Roblox геймами. Ну, а почему бы нет? Ладно, продолжим нашу масштабную перестройку. Так, для этого мы сейчас должны освободить вот это вот все. Давайте освобождаем вот это вот. Эй, ты чё за фигня ко мне приперлась на дирижабле? Эй, дирижабли решили вторгнуться в земли Джона Кобры? Кстати, здесь можно посмотреть, как выглядят другие магазины других людей. Смотрите, вот сравните вот этот магазин и вот этот магазин. Ну, согласитесь. Магазин у нас реально выглядит прекрасно. Давайте посмотрим на другие магазины. Вот, смотрите, получается человек, который круче нас, да? Но у него, кстати, тоже неплохо выглядит магазин. Но мне кажется, что чего-то ему не хватает. Хотя нормально, пойдет. Но у него просто все пространство здесь занято. Но все равно выглядит достаточно прикольно. А мы именно делаем с учетом на то, что у нас будет много открытого пространства. И все такое красивенькое, зелененькое. Так, ладно, идем дальше. Нам нужно посмотреть, что нужно для того, чтобы производить вот это вот ларч. А, они тоже везде, они тоже тут производят, могут находиться. Грили. О, грили это имба. Грили это очень вкусно. А, можем вот эту штуку производить. Ну, здесь 4. Здесь 3. Вот это мы производили. Вот это мы тоже брали, делали. И вот это. Получается, нам совсем чуть-чуть осталось. Хорошо. И все это мы можем разместить тут. Ой, нет, неправильно. Давайте здесь. У нас двойные, потому что везде проходы находятся. Потому что так красивее намного. Готово. Вот так вот. Мусорку давайте переставим куда-нибудь. Мусорка. Вот так. И вот. Куда-нибудь себя. Вот сюда тебя поставим. Так. Теперь дальше вот так вот. Что-то... Места чуть маловато здесь осталось. Что-то маловато места, мне кажется. Надо было потому что так все-таки брать. Или не вообще здесь надо было немного в другом месте ставить вот эту лестницу. Эх, блин. Немного не очень получилось. Ладно, давайте вот здесь вот так вот. Вот так вот сделаем тогда. Просто перестроим. Это мы поставим сюда. Мусорку пока что временно сюда. И вот это сюда.
А, не работает так снова. Блин, ну почему идеальные планы Джон Кобры оказываются такими неидеальными? Что с ними не так? Так, ладно, вот так вот. Вот так вот. А тут мы будем немного по-другому строить. Вот так вот мы здесь первую построим. А вторую, наоборот, вот так вот. И вот так получится достаточно тоже неплохо. И достаточно красиво. Вот так. Вот так. А здесь можно его так оставить. Готово. Все. Теперь осталось только выбрать товары, которые мы тут будем продавать. На этих своих... полкоридах. Надо бы подумать. Надо бы подумать. Что мы тут можем такое производить? Да снова некрасиво. Блин, внутренний перфекционист Джон Кобры негодует, потому что некрасивый ряд получается. Но мы везде делали по две. Неужели нам тут по одну придется делать, чтобы все адекватно бы выглядело красиво? Кажись, да. Кажись, здесь одиночный будет проход. Но здесь тогда загруженность будет очень жесткая. Ну нет, ну почему? Плохо. Так, сейчас вот это вот возьмем, поставим здесь. Вот так поставим. Это пока что вот так вот. А это вот сюда мы поставим. То же самое мы... не понимаю, в смысле? Вот, все, красиво. Вот так вот сделаем. И последний ряд полочек вот так. Все, получилось, ура! Нормально теперь это все выглядит. Осталось только понять, что мы тут будем производить. Ой, то есть продавать. Вот эту штуку можно... Вот эти штуки можно продавать. И вот эти штуки. Тут надо 3, 5, 4. Ну ладно, давайте. Почему бы и нет? Вот эту фигню тут. Эту фигню тут. Эту фигню тут. Эту фигню тут. Это здесь. Это вот здесь. И нам бы теперь еще последний товар поставить в последнюю полку. А давайте вот так вот сделаем. Закроем здесь проход, чтобы лишние люди не ходили. Вот так вот. Готово. И вот здесь в самой последней штуке мы разместим с другой немного товар. А что именно мы здесь разместим? Да, правильно, ту последнюю фигню, на которую нам не хватило места. То есть на какую? Эх. Это? А, вот на эту. Готово. Аэрокомпрессор. Все, получилось. Мы теперь производим все вот эти товары. Дальше нам нужно производить уже вот эти вот дальние вещи все. Ну, ладно. Прикольненько получилось. Масло, я думаю, можно вот сюда вот поставить. А вот сюда игрушки. Ну, типа как-то, да. Ну, давайте, кстати, сейчас это и сделаем. У нас уже сегодня будет вот такая вот масштабнейшая из всех перестроек, из всех, ну, конечно, не самая масштабная. В будущем, я думаю, мы еще сделаем что-нибудь масштабнее, но это в будущем. Вот так вот, сейчас берем вот это вот сюда, переставляем игрушки, опа, игрушку сюда. Что у нас здесь находится? Это RS Trax, да, это тоже игрушки, блин. Игрушки. Вот здесь вот еще у нас есть. Ну тогда, думаю, вот так вот как-нибудь. Вот так вот. Все, готово. В принципе, получилось достаточно неплохо. Давайте теперь выйдем из менюшки стра... Нет, нас замуровало в шкафах! Нет, депрессия. Так, ладно, тогда ресетаемся. Нет, Джон Кобра был убит в шкафах. В общем, да. Депрессия, это, конечно, это очень все грустно, нам теперь бежать до нашего магазина. Жесть, там кто-то припарковал эти свои дирижабли. Да, за парковку не заплатили. Ну, в общем, сегодня мы построили вот такой вот прикольненький второй этажик. Его, получается, полностью заполнили вот этими строительными штуками, вещами для стройки. Также вот здесь мы еще вещи некоторые купили. Мы это потом все обновим, все прокачаем, все сделаем. И выглядит у нас все будет идеально. Конечно же, если вам понравился этот ролик, обязательно оцените его лайком и подписочкой на мой канал. Ну а с вами был Джон Кобра. Всем спасибо за просмотр и всем пока!